ребятушки, всем привет. Костыляем на своих двух. Идем пациента. На перевязочку шагаем, блин. А, болит, зараза. Короче, сутки провалялся в кровати. Порошки какие-то обязательно. Ну, короче, больно, не болело, нифига, все нормально. Но вот это постоянно... Положение недвижения, все затекает, везде неудобно, короче. Оно муляет постоянно. Ну, короче, стресс такой какой-то, не знаю. Тяжко, тяжко мне это дается. Ставьте лайки, поддерживайте. Хотя бы пальцем вверх. Да, ребятки. Ладненько, идем перевязываться. Посмотрим, что будет дальше. Будем держать в курсе. Давайте, пока-пока. Ух, как слепит. Привет, друзья! Сегодня у нас второй или третий день уже. Короче, вторая перевязка. Это третий день. Фу, опять идем на перевязочку. Лежал, считаю, уже двое суток. Максимальное движение это вот на перевязочку. Так лежу. Уже все болит, ноет, зудит. Поясница вообще в панике у меня. Машины гудят. Короче. Снять ролик 100 часов. Да. Кстати, актуально. Да. 24 часа лежания. Ага. Короче, самочувствие. Фу-фу-фу. Сегодня обезболивающее даже не пил. Вчера на ночь только выпил, и то вроде как особой надобности не было. Ну да. Бо врач вчера настремал, говорит, сильно на почки, печень там влияет. Да. Как-то, чтобы болело не хочется, вчера ночью выпил, сегодня не принимал. Антибиотики пьем, куча всяких лекарств там. Короче, восстанавливаемся, боремся. Ребят, сейчас придем еще снимем вам мое лежбище. Как я там зависаю. Лежу, да. Ютубчик смотрю, фильмы всякие. Короче, такие дела. Ладненько, уже подходим. Давайте. Скоро встречи. Пока. Сейчас будьте мы выше вообще. Я уже вытянул. Короче, мы закончили. Выходим. Прошло все быстро, хорошо. Все заживает нормально. В понедельник. Может быть, последний раз поменяют, и будем уже на дому дальше обрабатывать. Кто расскажет, как, посмотрит. Понимаю, что неправильно, не надо было, но я, короче, хотел медсестершу перевязывать, дать 50 гривен. Бо сегодня пятница, а на выходные перевязка 2 дня будет, не менять. Чтоб хорошо сделала, но, блин, медсестра была другая, не та, что делала мне, так я не дал. В итоге налепили мне такую... как однодневочку, как и вчера. Не знаю. Короче, будем сейчас 2 дня дома пережидать. Ну, собственно, все. Пошли домой мы. Сейчас накупим пирожков, булочек каких-то, чтобы было у кровати жевать. Ай, блядь, красавчик. В бахилах. Ой, блядь, ладно. Ой, давай сниму. Да. Так, а я ж не знаю. Раньше сюда 10 сугроб ложить. Да, ну идем.